все-таки клубная тема, она чревата большим количеством противоправных действий. То есть и люди с оружием ходят, и с наркотиками, поэтому всегда, допустим, и фейс-контроль, и дресс-код, и в том числе проход через рамку. Если учесть, что где-то с полгода назад было принято постановление, что ресторатор должен сделать все возможное в своих силах, чтобы предотвратить возможности террора, а если он это не выполнил, то на него куча штрафов и так далее. То есть теперь с террористами должна бороться не ФСБ, не МВД, а значит ресторатор, а иначе он во всем виноват. Только какие-то меры безопасности, они могут считаться оправданными. С другой стороны, с каким видом это делается? Понимаете, мы можем провести досмотр так, что вы будете хохотать, радоваться и с каждой выворачивать карманы и войдете с чувством того, что вас просто развлекли. Да? А можно сделать, конечно, это оскорбительно для гостя. Ничего хорошего нет. Я не столько хвалил, как вы говорите, белый кролик, я хвалил владельцев. И говорил, что владельцы адекватные, поэтому они слышат абсолютно диалог, они способны к диалогу, слышат то, что им говорится, поэтому если обращаться вот по адресу, то, я думаю, можно любые вопросы решить. Всегда же считается, что если ты наверху, можешь решить гораздо все вопросы проще, чем с низовыми исполнителями.